Здравствуйте, я Ческо, я благодарю Ирину Гончарову за то, что организовала эти конференции сегодня вечером и завтра вечером. И ассоциацию Esperanto в Москве. И Анастасию Львову, которая будет переводить. Мой русский не хорошо, не хороший, не Нехороший. хороший. Пока. Пока. Итак, я не буду говорить по-русски, но по другими языками, На других на языках. других языках, да. Je vais commencer en français, французский. Je vais commencer en français. Я начну на французском. Donc, il y a quatre parties. L'introduction, la partie sur les tandems, donc les échanges de langues. Наша сегодняшняя лекция будет состоять из четырех частей. Во-первых, это введение. Вторая часть – это тандем, то есть языковой обмен. Après la phonétique, donc Третья часть – prononciation. это фонетика, произношение и Et la dernière partie sur l'espéranto. последняя часть об эсперанто. Pas esperanto, сейчас. La parte pri esperanto estos malgranda, char morgaŭ. Ah, non, che ho Ну, шипово. ее после, да, часть, сегодня часть про эсперанто будет маленькая. Char mi parolos pri esperanto pli specife morgaŭ, Но vespere. завтра я буду говорить об эсперанто уже более подробно. Panimetski. Es gibt viele Vorteile, um Sprachen zu lernen. Есть много преимуществ для тех людей, которые изучают иностранные языки. Zum Beispiel zum Studieren in Universität, zum Например, Beispiel. это вам может помочь при учебе в университете. Oder zum Arbeiten. Или может быть полезным в работе. Das ist auch sehr wichtig. Но это тоже очень важно. Oder auch zum Lieben. А также в любви, например. Oder zum Reisen. Или при путешествиях. Aber vor allem für deine persönliche Wachstum. Но прежде всего это важно для вашего личного персонального развития. По-итальянски. Nell'introduzione voglio parlare di alcuni concetti importanti, secondo me, generali, prima di entrare nelle altre fasi più specifiche. В вводной части я хочу сначала поговорить о некоторых общих концептах, прежде чем перейти к более специфичным вещам. Il primo concetto che vi presento è un concetto che si chiama ego permeabilità. Первый концепт, который я вам представляю, называется переходность, да? Когда язык является мостом к чему-то другому. Ho dimenticato di dire interrompetemi in qualunque momento se avete domande. Если у вас будут какие-то вопросы, можете прерывать меня в любой момент. E abbiamo considerato 60 minuti di presentazione e poi ancora 30 minuti per le domande, però se avete domande già durante la conferenza potete У farle. нас по плану часть лекции 60 минут и потом полчаса на вопросы. Но если у вас возникают вопросы, можете в любой момент сразу же их задавать. То есть можем прерываться. Quindi questo è un concetto che ho conosciuto alla Polyglot Этот концепт, с которым я познакомился во время мероприятия Polyglot Gathering, собрание полиглотов.
Da un поліглота статунітенце, che si chiama Тім Кілі. От поліглота американського, которого зовут Тім Кілі. Che insegna all'università di Fukuoka in Giappone. Он преподает в университете Фукуока в Японии. E insegna gestione della diversità linguistica e culturale in contesto di lavoro, di impresa. И он преподает управление культурным разнообразием в рабочем контексте. То есть, когда в одной компании работают люди из разных национальностей, он объясняет, как лучше работать друг с другом, чтобы учитывать все особенности менталитета и так далее. Lui tra l'altro parla una ventina di lingue, di cui 10 asiatiche, e insegna all'università in cinese e in giapponese. Он говорит примерно на 20 языках, и 10 из которых азиатские, и преподает в университете и на японском, и на китайском. E questo concetto che lui ha presentato in una conferenza, lui ha presentato degli studi in cui si vede come ci sia una correlazione. Во время этой презентации, этого концепта, он представил исследования, которые показывают, что... Una correlazione tra l'abilità nell'imparare lingue straniere. Что есть связь определенная между способностью изучать иностранные языки и... E una forte identità individuale. И сильная индивидуальность, сильная личность. Ci sono dei metodi per misurare, diciamo, dei metodi nella teoria, diciamo, nella letteratura della psicologia, dei metodi per misurare attraverso delle domande quanto una persona ha una forte o più o meno forte, diciamo, identità individuale. В психологии есть специальные методы, которые позволяют при помощи вопросов понять и измерить у человека определенного, насколько сильна его внутренняя идентичность, внутренняя личность, именно. Самоидентификация. Да? E quindi appunto è stata vista questa correlazione. In particolare, persone che hanno invece una debole identità individuale cercano un'identità nel gruppo, a livello di microgruppo o di macrogruppo. Да? Эти исследования показали, что люди, у которых слабая внутренняя самоидентификация, ищут ее в определенных группах, то есть вне себя, а в маленьких группах или в больших группах принадлежности к ним. E di conseguenza spesso sentono minacciata la loro identità da ciò che è straniero e quindi anche le lingue straniere, le persone straniere. И очень интересно, что они в чем-то, любом чужом, иностранном, чувствуют угрозу своей внутренней самоидентификации. Таким образом, они чувствуют угрозу даже от иностранных языков. Quindi in quest'ottica si è visto appunto che invece persone che hanno una più debole identità individuale hanno anche meno attitudine, meno prontezza nell'imparare le lingue straniere. Таким образом, эти исследования показывают, что люди, у которых слабая внутренняя самоидентификация, изучают языки с меньшими успехами и не так быстро, как другие люди с более сильной внутренней идентичностью. E questo ci porta alla seconda parte, alla seconda, diciamo, parola, che è la motivazione. Quindi una cosa essenziale nell'apprendimento linguistico non è il talento, non è la predisposizione, ma è veramente la motivazione. И это нас подводит ко второму концепту, это мотивация. И на самом деле при изучении иностранных языков самое основное, самое важное — это не ваш талант, а именно ваша мотивация. Quindi la motivazione ovviamente è anche legata all'obiettivo che uno ha. È importante capire qual è uno degli obiettivi, che potrebbero essere uno di quelli di prima: studiare, lavorare, amare. Конечно, ваша мотивация должна быть связана с вашей целью. Да, какой цели вы изучаете язык? То есть цель, которую мы уже упоминали выше, либо это работа, любовь, путешествие или учеба. E se
Alcuni mi hanno detto: sì, ma io capisco questo concetto, però io non riesco a trovarla la motivazione. Io devo imparare una lingua, ma non riesco, per lavoro, per esempio, e però non riesco a trovare in me la motivazione. Come faccio? И меня часто люди говорят: "Да, я всё это понимаю, это хорошо, мотивация, но я не могу для себя именно найти мотивацию. Я понимаю, что нужно изучать язык для работы, но что мне делать, если я внутри себя не чувствую этого?" Allora, in questo senso, un consiglio è: utilizzate quello che voi amate. Per esempio, se amate la musica, o vedere dei film, o dei video su in internet, o dei giochi. В этом случае я вам могу посоветовать такую вещь. Используйте для обучения то, что вы любите, действительно. Если вы любите музыку, учитесь музыкой. Если вы любите видеоигры, пусть они вам помогают в изучении языка, либо смотрите фильмы. E quindi, per esempio, la musica, se volete studiare, non so, lo spagnolo, ascoltate molta musica in spagnolo, andate a vedere i testi, li analizzate e provate quindi attraverso una cosa che voi amate, che è la musica, per esempio. Например, если вы очень любите музыку и изучаете испанский язык, слушайте как можно больше песен на испанском, потом смотрите тексты, анализируйте все это, и таким образом учитесь в той среде, которая вам нравится. Которая вас мотивирует. E stessa cosa per i film, potete mettere i film con i sottotitoli, prima magari in russo, all'inizio, poi quando migliorate magari sottotitoli in spagnolo, se è un film in spagnolo, cercate un film in spagnolo con i sottotitoli in spagnolo, e poi alla fine addirittura anche senza sottotitoli quando avete un livello più alto. Да, например, если вы любите фильмы и изучаете испанский язык, смотрите фильм на испанском сначала, если вы еще совсем начинающий, с субтитрами на русском языке, затем еще раз с субтитрами на испанском языке, и когда уже будете чувствовать себя уверенно, можете смотреть вообще без субтитров. E in quest'ottica un altro consiglio è quello di utilizzare ogni momento. Per esempio, io spesso, adesso mi sono preparato a studiare un po' di russo prima di venire qui e mi mettevo dei video su YouTube mentre lavavo i piatti oppure mentre ero in autobus. И здесь я вам дам еще один совет. Вы старайтесь использовать каждый момент своего свободного времени. Например, я, прежде чем приехать в Россию, конечно, практиковался, изучал русский язык и, например, включал видео на YouTube, пока мыл посуду или занимался другими домашними делами. То есть не терять время, а каждую минутку использовать для изучения языка. Oppure, se prendete il barattolo di marmellata, andate a cercare la lingua che state studiando e vedete come si dice in quella lingua, non nella vostra, almeno la prima, poi se non lo capite, andate all'altra. Даже когда вы берете какой-то продукт, например, баночку с мармеладом, старайтесь найти язык, который вы изучаете, и читайте содержимое именно на этом языке. Может, если не понимаете, сначала на вашем языке, и потом уже на иностранном. E infine le strategie, ovviamente anche il metodo è una cosa molto importante, ci sono tanti metodi, alla conferenza dei poliglotti ci sentono molte conferenze, poliglotti diversi usano metodi diversi, io qui proporrò appunto alcune cose tipo quelle che abbiamo visto prima, il tandem, la fonetica, l'esperanto, ci sono tante altre cose. На самом деле есть очень много методов, очень много стратегий. Во время конференции полиглотов бывает очень много выступлений по разным методам. Я сегодня вам расскажу о некоторых из них, такие как уже упоминал тандем, фонетика и эсперанто. Ok, quindi qui finiamo questa introduzione. На этом введение закончено. Ci sono domande su questa prima parte, sull'introduzione, già? Есть ли у кого-то вопросы уже по первой части? Повторите, пожалуйста, имя и фамилию этого товарища. Реале. No. Тим Килли. А, Тим Килли. Тим Килли. Como se escreve? K-E-E-L-E-Y. E-E-L-E-Y. Perdono, c'è un esperantista fama, io sono esperantista. Ne, persona. Ne, 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 esperantista. Sì. E, voi можете найти в YouTube конференции. Tra l'altro, anch'io ho un canale YouTube, se cercate Cesco Reale trovate le mie conferenze. Кстати, у меня тоже есть свой канал на YouTube. Если вы введете Ческо Реале, то найдете некоторые видео. Dove presto ci sarà anche questa. Где скоро будет также видео и с этой лекции. Bueno, по-испански? Vale.
Entonces, ahora en esta parte os voy a presentar un concepto que es muy utilizado hoy en día, que se llama, tiene ese nombre universal de tándem, es un intercambio lingüístico. Сейчас в этой части я вам представлю очень интересный концепт, который имеет такое международное название тандем, да? Тандем межязыковой. ¿Por qué es un método muy interesante? Bueno, es gratuito, primeramente. Это очень интересный метод по некоторым причинам. Во-первых, он бесплатный абсолютно. No hay que seguir cursos, así que te pones tú cuando el tándem, en el horario que quieras, te pones de acuerdo con un amigo. Не надо ходить ни на какие курсы, поэтому вы свободны выбирать сами удобное вам время, просто договаривайтесь с людьми, с друзьями, когда у вас есть время. И, bueno, primero, mejor que explique qué es un tándem. Aquí tenemos una imagen. Dos personas se ven, por ejemplo, una hora por semana. Y, no sé, ella quiere aprender ruso y ella quiere aprender chino. Y bueno, no, digamos, no tiene cara de chino. y ella quiere aprender francés. Y se encuentran una vez por semana, una hora, y cada una ayuda a la otra haciendo frases. Во-первых, мне нужно вам объяснить, что такое тандем. Вы видите здесь эту фотографию. Например, одна женщина хочет изучать русский, а вторая хочет изучать китайский. Но нет, не китайский, потому что у нее не китайское лицо совсем. Давайте она будет изучать французский. И они встречаются, например, один раз в неделю на час. Y entonces, por eso digo que es gratuito, no hay que adaptarse a los horarios de cursos porque te adaptas solo con tu partner de tándem. No hay que hacer viajes porque lo puedes organizar cerca de tu casa. И поэтому я говорю, что этот метод бесплатный, к тому же очень удобный по времени, потому что вы договариваетесь только друг с другом, и к тому же вам не нужно никуда ездить. Вы можете это легко организовать где-то рядом с вашим домом. No hay que seguir que leer libros. Sí, bueno, hay quien le gusta, pero digamos no hay que, por ejemplo, aprender la gramática y luego hacer ejercicios para controlar si sabes la gramática. No, aquí se empieza desde la necesidad, desde la comunicación. И к тому же вам не нужно сидеть за учебниками. Ну да, конечно, есть люди, которым это нравится, они любят читать, но вам не нужно делать какие-то грамматические упражнения, потом их проверять, знать, правильно ли вы усвоили грамматику. Здесь вы начинаете с самого нужного, самого важного, с того, что именно вам нужно, в чем у вас есть потребность разговора. И casi no hace falta tener tiempo extra, porque yo, por ejemplo, lo hago desde hace muchos años y solamente en una, digamos, la hora de la pausa de la comida o de la cena. И к тому же вам не нужно тратить на это свое дополнительное время. Я занимаюсь этим уже очень много лет и делаю это во время своего обеденного перерыва. То есть встречаюсь с кем-то во время обеда. Y entonces me pongo de acuerdo con amigos, a menudo son colegas que trabajan y ellos también, simplemente vamos a comer juntos y durante la hora de la comida practicamos. Например, я договариваюсь со своими коллегами, с теми, с кем мы вместе работаем, пойти на обед, и во время обеда мы изучаем язык. Y entonces, es muy divertido, muy flexible, se socializa, se conoce una otra persona, se hacen amigos, y está adaptado a tus necesidades y con hablantes nativos, sobre todo. Se habla. И получается, что это очень весело, забавно, вы говорите о том, что вам интересно, общаетесь, узнаете другого человека, и кроме того, вы общаетесь с носителем языка. То есть этот тандем, он имеет в виду, когда вы встречаетесь именно с иностранцами, да? Вот в вашем случае, которые хотят изучать русский, да, вы им помогаете изучать, ну, то есть они вам помогают другой язык. И existen también sitios internet, creo que... Los he puesto luego, no me acuerdo.
Creo que sí. Bueno, hay algunos sitios como Amikumu, el más reciente, uno de los más recientes, o iTalki. На самом деле, да, у меня вот такой тоже вопрос был, да, что например, в моем городе, или я не знаю никаких иностранцев, которые здесь, да, существуют интернет-сайты, на которых можно найти таких людей. Вот эти вот сайты, все, todos los somos, на всех этих сайтах вы можете себе найти партнеров по разговору, с которым можете общаться по скайпу. Es muy importante en nuestro país porque no hay tantos extranjeros en vivo y así que tienes que, es muy útil. Y sí, claro, se puede hacer también en Skype o... Да. ¿Sherto? ¿Estás ancora vivante? ¿Sherto? ¿Soy yo живой сайт Sherto? Ah, ancora vivante. No, mi necertas. ¿Tiu y certe yes? Mi necertas, Antonio. ¿Pensis que es mortis? Y sí, entonces y os puedo asegurar, os dije esas cosas, ¿no? Que es muy divertido y todo, y os lo puedo asegurar porque yo lo hago desde hace años. He calculado que tuve hasta ahora más o menos 200 amigos de Tandem, y hice más de 4000 horas de Tandem en una veintena de lenguas. Я могу вас уверить, что этот метод работает очень хорошо, потому что я его использую уже очень долгое время и подсчитал, что за это время у меня появилось примерно 200 друзей из разных стран, и я проговорил с ними таким образом примерно 4000 часов. Представляете, 4000 часов живого общения на языке. И eso ha funcionado no solamente para mí, también para mis amigos. Это было полезно не только для меня, но также и для моих друзей. То есть это взаимная польза. Y sí, entonces eso era la... Entonces, vamos a ver las ideas principales. Primeramente, vamos a encontrar un amigo, una persona que quiera aprender una de las lenguas que podemos enseñar, en este caso probablemente el ruso. Ну, давайте я еще раз пройдусь по основным идеям этого метода. Во-первых, когда вы его используете, вы будете общаться с человеком, он станет вашим другом. Да, то есть это тот человек, который хочет изучать язык, который вы знаете и можете преподавать, в данном случае, скорее всего, русский язык. Irina, ¿tú has usado anche un glaso por sí? ¿Eventuale? No, vi dubbi. Por ahora no, pero... Luego, muy importante es definir los objetivos. Por ejemplo, a mí me puede interesar justo saber algo para viajar, o a una otra persona le puede interesar pronunciar muy bien, o no sé, para trabajar, o para, no sé, dependientemente de los objetivos cambian las técnicas y lo que queremos hacer. Y очень важно в самом начале определить ваши цели. Какая цель у каждого из вас? Например, меня может интересовать что-то о путешествиях, какая-то лексика, а человека, который со мной общается, может интересовать, например, фонетика. Он хочет, чтобы у него было хорошее произношение. Или он хочет научиться деловой лексике, которую использует для работы. То есть вы должны знать каждый четко свою цель. И el lugar, muy importante. Un lugar donde típicamente lo mejor sería, sobre todo al principio, un lugar público, no sé, un café, pero bastante tranquilo. Ну, место тоже очень важно, если вы встречаетесь вживую, то это должно быть какое-то общественное место, публичное, например, кафе, но оно должно быть спокойным, вы можете спокойно разговаривать. La frecuencia, claramente, puede variar de una vez por mes a 4 veces por semana, dependientemente del tiempo que tenéis, de las posibilidades y de los objetivos, de y todo. Частота ваших встреч тоже может быть разной, в зависимости от ваших возможностей, от того, сколько у вас времени, какие у вас цели. Это может быть как и раз в месяц, так и 4-5 раз в неделю. То есть вы определитесь тоже вместе. Идеальменте una vez por semana ya sería bueno, digamos. И как минимум хотя бы раз в неделю это будет уже очень хорошо. La duración claramente es importante y normalmente se aconseja
Una ора и медиа. Длительность тоже очень важна, и обычно советуется от часа до полутора часов за раз. Otra cosa importante son las lenguas puentes. O sea, digamos, yo y Nasha, yo quiero practicar ruso y ella quiere practicar italiano, o no necesariamente una lengua nativa, digamos, pero una lengua de alto nivel que yo pueda enseñar. Si los niveles, mi nivel de ruso es muy bajo, digamos que ella quiere practicar, no sé, esperanto, y su nivel de esperanto es muy bajo, es importante también encontrar una lengua puente que podamos utilizar cuando no nos comprendemos. Данкон. И к тому же очень важна вещь – это языки-мосты, которые могут вас связывать. Например, мы хотим практиковаться вдвоем, я хочу изучать эсперанто, мой уровень очень низкий, а Ческо хочет изучать русский, его уровень русского тоже очень низкий. И, соответственно, нам нужен какой-то другой язык, который мы можем использовать в случае чего, то есть если мы не сможем друг друга понять. Вот такие вот языки, которые каждый из вас знает хорошо. Una cosa interesante es que en mi experiencia, por lo menos, lo mejor se pasa cuando hay niveles diferentes. Por ejemplo, si yo quiero practicar el ruso y practico con ella italiano, su nivel de italiano es muy alto, podemos utilizar toda la hora hablando en italiano de ruso. Самый хороший результат наблюдается, когда ваши уровни разные. То есть у одного человека низкий уровень языка, у другого высокий. Например, мы хотим практиковаться друг с другом. Ческо хочет изучать русский с низким уровнем, я хочу изучать итальянский. Но мой уровень итальянского уже очень высокий. Таким образом, мы можем целый час использовать итальянский, но обсуждать на нем русский. Говорить что-то, объяснять про русский язык на этом языке. И, sobre todo, si ahora yo en ruso ya puedo hacer frases, ¿no? Un poquito... Pero sobre todo si el nivel es principiante absoluto, o en un nivel en el cual no puedo hacer frases, de todas maneras, lo máximo que puedo hacer es hablar de ruso, de la lengua objetivo. Y entonces no me sirve tiempo para hablar en ruso. Lo mejor es hablar de ruso. И сейчас я уже могу кое-какие фразы строить на русском языке, но есть люди, у которых совсем нулевой уровень, да, и они не могут говорить еще на изучаемом языке. Естественно, они не могут его использовать, поэтому им очень важно говорить об этом языке, что-то понимать уже на том языке, который для них родной, который они знают. Otro consejo es... Normalmente se dice, hacemos, no sé, media hora se habla, digamos que hacemos italiano, español, y los dos hablamos bien, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, idealmente se dice, hacemos media hora italiano, media hora español. Pero eso para mí no es ideal. Вот, с одной стороны, кажется, что если у нас примерно одинаковый уровень, высокий, да, мы хотим, например, изучать итальянский и испанский, оба хорошо на нем говорим. И вроде бы казалось, что можно говорить полчаса на испанском, полчаса на итальянском, но для меня это не идеальное решение. Porque en un momento dado puede pasar que olvidamos el tiempo y luego al final hemos hecho tres cuartos de hora en la primera lengua, o a lo mejor yo me acuerdo del tiempo, pero... No es simpático decir, ah, no, ahora es 31 minutos y tenemos que empezar la otra lengua, ¿no? И это происходит потому, что иногда мы можем просто забыть о времени, да, и проговорить на каком-то языке не полчаса, а 40-45 минут. Или я, например, помню про время, но мне как-то неудобно перебивать человека, когда он говорит и говорит, нет, все, стоп, мы уже прошло 30 минут, давай переключаться. Y entonces yo prefiero hacer o... cambios cada 5-10 minutos, por ejemplo. И поэтому я предпочитаю либо такой вариант, что мы меняемся каждые 5-10 минут, переключаемся на другой язык. O si no, otra cosa que es también muy interesante es que si cuando yo hablo español, ella habla italiano,
и инверсаменте. Или еще один очень интересный вариант. Я все время говорю на испанском, а она говорит на итальянском. Или наоборот. То есть один говорит на одном языке, другой ему отвечает на другом, который он учит. Y eso permite que los dos, practiquen todo el tiempo. И если вы используете такой подход, то получается, что каждый из двух человек практикуется все время. То есть он не использует свой родной язык, а все время говорит на изучаемом языке. Y claramente, para algunas personas, al principio es difícil, porque le vienen de contestar en la lengua que oyen. Конечно, для некоторых людей вначале это может казаться очень трудным, потому что они слышат вопрос на одном языке, и, естественно, их мозг хочет ответить на этом же языке, на котором они услышали вопрос. Pero al mismo tiempo, nos ayuda a acostumbrarnos a manejar más lenguas al mismo tiempo. Но в то же время это помогает нам привыкнуть к тому, что мы можем управлять, владеть несколькими языками сразу же, в одно и то же время. Y otra cosa muy importante es que aprendes lo que te sirve, no lo que te dice el curso. Еще одно очень важное преимущество – это то, что ты изучаешь именно то, что тебе нужно. Те слова, те конструкции, которые тебе нужны, а не те, которые тебе дают на курсах или в учебниках. И, digamos que cada uno es responsable de su aprendizaje. O sea que tú decides lo que quieres aprender y las cosas de las cuales quieres hablar. И таким образом получается, что ты сам несешь ответственность за свое обучение, за то, чему научился. То есть ты сам решаешь, что ты хочешь изучить, о чем ты хочешь поговорить. И ahora cito una frase que he oído varias veces en conferencias de políglotos, de políglotos, que es, digamos, que llama el mismo concepto, que es las lenguas no pueden ser enseñadas, solo pueden ser aprendidas. И я вам сейчас процитирую одну фразу, которую я несколько раз слышал на конференциях полиглотов. Она звучит так: языку невозможно научить, языку можно только научиться самому. И en ese sentido, la idea es yo estoy haciendo tándem con esa persona, soy yo que decido lo que quiero aprender. Por ejemplo, vamos a hablar de viajes, que quiero ir a España, por ejemplo. Y entonces, yo necesito contarte, no sé, del viaje que quiero hacer, que estoy organizando. Y entonces necesito decirte esas frases. Y la gramática que necesito, la necesito porque tengo el objetivo de comunicar. No porque la estoy aprendiendo desde un libro. И таким образом, да, я когда учусь, занимаюсь в тандеме, я сам решаю, о чем я хочу поговорить. Если, например, моя цель поехать в Испанию, то я буду рассказывать человеку о том, как организовано мое путешествие, что я буду делать. И если мне встретится грамматика, которую нужно использовать в этой фразе, я ее буду изучать не потому, что она где-то в книжке или на курсах, а потому что действительно мне нужно это для цели коммуникации, потому что я хочу, мне нужно это сказать будет. A veces durante un curso de lenguas o leyendo un libro o siguiendo un curso tenemos unas reglas muy difíciles, no sé qué, y no es evidente por qué tenemos que aprender esas reglas. Pero si la aprendemos a partir de la exigencia que tenemos en ese momento para comunicar, es muy directa, es muy evidente. Lo queremos porque en ese momento queremos decir esa frase. Когда мы изучаем язык по книгам, по самоучителям, на курсах, у нас встречаются очень часто правила, очень сложные, много правил, и нам не очевидно, зачем они нам нужны, мы не понимаем, для чего они нам понадобятся. Но когда мы изучаем язык в тандеме, когда мы изучаем грамматику таким образом, мы уже понимаем, что это исходит именно из нашей потребности, и, естественно, это более прямой путь, и у нас это все запоминается, усваивается гораздо лучше. Y luego, para acabar esta parte sobre intercambios, la fonética. Yo siempre empiezo con la fonética, lo veremos después en la segunda parte, entonces de eso hablo después, pero siempre yo aconsejo empezar a aprender cómo se pronuncia
sin entender nada. No importa si entendéis lo que... Simplemente leer y pronunciar correctamente. И чтобы закончить эту часть, я вам скажу кое-что о фонетике. Ну, в ней мы поговорим в следующей части подробно о ней. Но сейчас я вам скажу, что когда я начинаю изучать язык, я считаю, что самое важное – это изучить фонетику, произношение. Даже если вы еще ничего не понимаете, не знаете никаких слов, но уже овладеть произношением и пониманием. Вот это вот очень важно. Porque si no, si aprendemos mal, después será mucho más difícil corregirnos. Потому что если мы научимся неправильному произношению или плохо, то потом нам будет очень-очень сложно переучиться, исправить наше произношение. Otra cosa, empezar con frases básicas. Se puede empezar un tándem desde cero. Simplemente, hola, ¿cómo estás? Y te digo, en ruso, por ejemplo, yo quiero saber cómo se dice hola, ¿cómo estás? Y empiezo así, escribo la frase y tal. И еще один совет, это можно начать с самых базовых, самых легких фраз. Даже если вы вообще ничего не знаете, то есть тандем можно начать с самого нуля. Если я не знаю, как будет привет, как дела по-русски, я начну с этого. То есть прям узнаю вот эти вот фразы. Y última cosa, las correcciones, eso es muy importante, definir al principio cuáles son las correcciones que queremos, porque, y cuántas, porque dependientemente de la persona, hay personas que quieren correcciones totales sobre todo, y otras que no quieren ser interrumpidas. Entonces hay también que aprender a hacer las correcciones y definirlo con el compañero. Также нужно в самом начале договориться об исправлениях, то есть договориться, когда, как часто, в каких случаях вы будете друг друга исправлять. Потому что есть люди, которые предпочитают, чтобы их исправляли всегда, как только они сделают ошибку, сразу же. А есть люди, которые не любят, когда их прерывают, хотят сначала все договорить и потом уже услышать какие-то исправления. Por ejemplo, yo cuando corrijo, simplemente repito la parte que no estaba correcta y no interrumpo la persona. Simplemente, si ella hace un error, digo, no sé, ha dicho mi ho sbagliato en vez de mi sono sbagliato en italiano, y yo le digo, sí, mi sono sbagliato, sí, sí. Y, y invito a la persona a seguir sin interrumpir la. Interrumpir el discurso. Например, я поступаю так. Если я слышу, что человек сделал ошибку, я не прерываю его, а просто повторяю эту же фразу, но уже в правильном варианте. Вот если он сказал неправильно, я говорю «да-да» и говорю то же самое уже правильно и как бы поощряю его продолжить свой разговор без вот такого вот отступления, прерывания. Y claramente, idealmente, lo mejor sería si la persona repite también la parte correcta, así que se corrige y luego sigue. Конечно, в идеальном случае человек, который допустил ошибку, должен повторить за мной уже правильный вариант и потом уже продолжать дальше. Bueno, ahora tenía otras partes, pero no era eso. Ese es mi cuaderno de tándem. Это моя тетрадка во время занятий, да, по тандему. Pero ahora no tenemos tiempo para entrar en las técnicas que utilizo yo durante el tándem. К сожалению, у нас нет достаточно времени, чтобы подробно рассмотреть все техники, которые я использую во время тандема. Entonces vamos a la tercera parte. Перейдем к третьей части. English? Bene. Oh, by the way, I forgot to ask you, how many people here speak English? Кстати, да. Oh, why? Oh. Not bad. Okay. How many Spanish? Italian? Okay. French? Okay. German? Esperanto? Portuguese? Okay. Oh. Chinese? Ni hao. So I'll translate anyway, yeah? Yes. So, why is it important to have a good pronunciation? What do you think?
Как вы думаете, почему важно иметь хорошее произношение? Я понимаю. Do you understand everything? Bueno, well, to have a good pronunciation, yes, it is important also to understand, but there are some more things that are important. Да, конечно, хорошее произношение важно для того, чтобы все хорошо понимать, но есть некоторые вещи, которые тоже важны. Yeah, to be understood. Чтобы тебя понимали, да? And one more thing. Еще одна вещь. Social impact. Социальное влияние. Especially at work. Особенно на работе. For example, there are some well-known videos on the internet of important people that speak another language with a very strong accent. Например, в интернете есть видео, где очень важные люди говорят на иностранном языке с очень сильным акцентом. I try to find something in Russian with English accent or with other accent, but I haven't found anything good. Я пытался что-то найти на русском с очень сильным английским акцентом или с другим, но ничего такого хорошего прям для примера не нашел. Anyway. Если я говорю так, вы понимаете, что я итальянец? Нет. Или если я говорю по-русски, это тоже не хороший акцент. Social impact is very important, especially at work, but also in social life. Okay, so this is, I would say, in my opinion, is even the first reason. По моему мнению, это даже первая причина, то впечатление, да, социальное влияние, которое производит на других людей не только в рабочей сфере, но и вообще в общественной. And then the second reason. Is semantic problems. Вторая причина — это семантические проблемы. And I will show you a video that maybe you already know. Может быть, вы уже знаете видео, видели, которое я вам покажу. It's with Russian subtitles. С русскими субтитрами. Das hier ist ein Mindset. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das hier ist das Überlebensradar. Hallo. This is the German Coast Guard. Okay, I find this video very funny and also interesting for what we want to show. Я считаю это видео очень смешным и интересным для той цели, которую я вам сейчас хочу рассказать, показать. So, minimal pairs. What are minimal pairs? For example, thinking, sinking. Минимальные пары, например, два слова, thinking, sinking. So, two words in a certain language that differ only by one sound. Это два любых слова в разных языках, которые отличаются всего лишь одним звуком. And there are some dangerous minimal pairs in several languages. For example, in Italian, typical question is quanti anni hai? И в некоторых языках есть очень опасные минимальные пары, например, в итальянском языке сколько тебе лет? And anni is лет, so it's years, but anni with one n is the plural of anus.
сколько лет, слово лет Анни с двумя N, это, ну, год, лет, а с одной N это множественное число от слова anus. So, because Italian has double consonants. This is a quite rare characteristic. А в итальянском языке очень много двойных согласных, это довольно редкая характеристика для языков. Also in French, another dangerous minimal pair is merci beaucoup, or merci beaucoup, and is the ass. So beaucoup means nice ass. Of course, you can understand that it can be dangerous. Да. Во французском языке тоже, например, опасная пара merci beaucoup — это большое спасибо, или merci beaucoup это да, это, ну, зад, и beau — это красивый, то есть прекрасный. So you can understand that phonetics can be quite important. Таким образом, я думаю, вы понимаете, что фонетика может быть очень важна. So in here comes the concept of phones and phonemes. Phones are the sounds. Phonemes are the group of sounds that are related in a certain language. Let's redo it. Phones are sounds independently on the language. Сейчас поговорим о фонах и фонемах. Фоны — это звуки, независимо от языка, в любом языке. A phoneme is a group of phones that in a certain language have the same value. Фонемы — это группы фонов, звуков, которые в определенном языке имеют одну и ту же вес, ценность. For example, in Italian we have botte e botte. В итальянском языке есть два слова — botte и botte, разное «о». And this is a minimal pair. Это минимальная пара. The meaning is different. Разница в один звук. And so in Italian we have one phoneme O and one phoneme O. В итальянском языке есть одна фонема O и фонема O. In Spanish O and O are interchangeable. В испанском языке эти два звука взаимозаменяемы. So they have only one phoneme. У них есть только одна фонема O, и все. Okay. So in this case we have two phones, O and O. То есть у нас получается два разных звука O и O. So two sounds. Два. And then, so this concerning the phones, there are two phones. Concerning the phonemes, it depends on the language. It depends on the languages. So in Italian there are two different phonemes, O and O. In Spanish it is the same. They are in the same phoneme. Что касается итальянского, они это два разных звука, да? В испанском это один звук. То есть они в одной фонеме. So if we find a minimal pair, this implies that the sounds, these two sounds that differ, are different phonemes in that language. Если мы найдем минимальную пару, то в определенном языке эти два звука будут представлять разные фонемы. Then let's see some examples of okay, let's introduce this concept. It's a quite easy concept. Biodiversity. Давайте теперь введем следующий концепт. Это очень легкий концепт. Is actually a mathematical concept, but it's useful in this case. If you have a language in which to each letter correspond only one sound and to each sound only one letter, this is called biuniversity, not only in linguistics, actually. Да. Если в каком-то языке каждой букве соответствует только один звук, да, то это вот концепт biuniversity. Я по-русски даже такого одного слова нет. For example, in English we have door, good and blood. The same writing, three different pronunciations. Английский не является таковым языком, потому что у него одни и те же буквы произносятся разными способами. То есть в трех словах door, good and blood, вот эти двойные о, произносятся по-разному. Or we have the same sound
in different writings. Head and bed. It's the same sound, but different writings. Или может быть один и тот же звук писаться по-разному. And the same we can find in French, in Italian, in many languages, most languages. Да, в большинстве языков мы находим то же самое. То есть один звук пишется по-разному, либо одно написание произносится по-разному. So that's why. No, first of all, a question for you: are there languages that are phonetical biunivocal? А как вы думаете, есть ли языки, которые вот фонетически соответствуют, да, каждая буква звуку? Есть. Есть. Мы догадываемся, какой. Esperanto, yes, but not only. Хорватский. Латышский. Латышский. Ah, okay. Латышский я не знал. And also for some others like Swahili, Korean, Finnish is almost perfectly biunivocal. Да, есть еще несколько, например, корейский или суахили, финский почти такой. And now the following question is it possible to measure the phonematical biunivocity of a language? So also called phonematic transparency. Так можно ли измерить как-то вот это вот свойство языка, его фонетическую прозрачность, так можно назвать это? The answer is yes, and if we published an article about this subject and I measured the phonematic transparency of some languages. Ответ да, и я даже опубликовал статью на эту тему. Я измерил фонетическую прозрачность некоторых языков. So it's just a simple mathematical method to measure it. Да, and these are the results. Да. Простой математический метод, как измерить это, и это результаты, которые я получил. So why are we talking about that? Почему мы говорим об этом сейчас? Because phonetics, as I said previously, it's the first thing to access the language. Потому что фонетика, как я уже раньше говорил, это первая вещь, с которой вы входите в язык, получаете доступ к языку. And so if you have the possibility to study a bit of phonetics and to understand some main concepts, it will allow you to start in the best way. Поэтому если у вас есть возможность сначала изучить фонетику, то это будет самое лучшее начало для вас. Of course, once again, if your aim is just to be a tourist or to work in a pub and you're not very interested to have a perfect pronunciation or a good pronunciation, just leave it. It's not important. Да, ну, конечно, если вы учите язык просто для целей туризма или хотите работать в баре, и вам не важно, хорошее ли у вас произношение, просто оставьте это. But in my experience, I can say that most people told me, yes, I would like to improve my pronunciation, or I would like to learn this language and have a good pronunciation. So in this sense, it is very important. Но на моей практике большинство людей, с которыми я общался, говорят, да, я хочу изучать язык, я хочу изучать фонетику и иметь хорошее произношение. And so that's why it was invented the International Phonetic Alphabet. И вот именно поэтому был изобретен международный фонетический алфавит. And I brought it's a bit warm here, but I brought also my pullover with the International Phonetic Alphabet. Принес свой свитер с этим алфавитом международным. I'm going to conclude this third part. Сейчас я собираюсь завершить эту часть. I'll just show that the idea is to study what the vocal tract is, which are the different parts. Да, идея заключается в том, чтобы изучить наш речевой аппарат, знать, как функционируют разные его части. And then to understand the differences between different sounds. И понять разницу между различными звуками. For example, where is the tongue and where, how was the lips, etc. То есть знать, где должен находиться язык, как должны быть губы, в каком положении находиться. And then here we have, for example, the vowels, and we can understand that this is e, this is ü, this is a, and so we can understand why a certain sound is more open or more closed, etc.
Да, здесь у нас гласные, и мы можем понять, что означает каждый звук, как он произносится, и почему он более открытый, более закрытый. And so it will be really easier to understand how to pronounce the sounds in a new language. Таким образом было бы легче, да? I have a question. If you have a native speaker of some language and you want to describe the phonetics of this language, how do you catch a native speaker? Do you have a template or something that fits into the system? Yes. How do you work with this? Here. Here you have a clickable phonetic alphabet. Mm-hmm. Now I have no time to show it, so you can click and listen. Mm-hmm. And here you have also the animation, so you see how to put the tongue. Etc. So you really see the sound. Mm-hmm. Вопрос был о том, как можно объяснить носителю эти звуки, как они образуются, что использовать для этого. И вот здесь вам представлены две ссылки. По первой ссылке вы можете найти этот международный фонетический алфавит. Можно кликать на звуки и все слушать. А по второй ссылке есть видео, как образуется этот звук в речевом аппарате. То есть анимация. Mm-hmm. And here are the consonants, okay. Mm-hmm. Okay. Any questions on this part? Non c'è la trasparenza fonetica in italiano. Come mai? Sì, l'abbiamo visto. Puoi ritornare? Sì. C'è 83%. E fai vedere gli esempi. 82%. На 82%. 82%. E poi fare vedere precedente. Ah, yeah, for example, what? For example, figli. Mm-hmm. And this is gangli. So GLI is not always the same. It's not pronounced also in the same. Это примеры, да? Фили здесь произносится ли и гангли, то есть не всегда эти звуки НГ произносятся одинаково. So, sometimes you have the same writing but different pronunciations. Да. And sometimes you have the same sound, but different writings. Cuoio, quota. Здесь вот в этих словах cuoio и quota одинаковое произношение звуку, но пишется он по-разному. Mm-hmm. Поэтому... Okay. Mm-hmm. Пожалуйста. Окей, torniamo all'italiano, chiudiamo l'ultima parte. Да, последнюю часть закроем на итальянском языке. E, come dicevo... Di questo parleremo più in dettaglio domani per chi potrà venire. Mm-hmm. Как я уже говорил, более подробно я буду говорить об эсперанто завтра для тех, кто сможет прийти. Nel mio caso l'esperanto è stata la prima lingua straniera che ho cominciato a parlare. Mm-hmm. В моем случае эсперанто был первым иностранным языком, на котором я начал разговаривать. E mi ha aiutato molto nell'apprendimento linguistico delle altre lingue. И он мне очень сильно помог при изучении других языков. A scuola ho studiato francese, ma in genere in Italia a scuola, quando si finisce la scuola, non si parla la lingua, si può al massimo capire un po' un testo, scrivere eventualmente qualcosa, ma certo non comunicare. В школе я изучал французский, но образование в плане языка не очень хорошее, и там я научился только что-то читать, понимать немного, но не мог говорить по-французски. Quando invece ho cominciato l'università, c'era un corso di esperanto, mi interessava, l'ho fatto e dopo 20 ore ero già in grado di fare qualche frase. Mm-hmm. E dopo una settimana di festival avevo già un livello B1. Mm-hmm. Come tutti. Потом я пошел в университет, там был курс языка эсперанто, мне стало интересно, я на него записался, и уже через 20 часов смог говорить какие-то фразы, а когда был фестиваль, после него я уже достиг уровня B1, как и почти все люди в эсперанто. E anche questo ovviamente non vale solo per me, vale per la maggior parte degli esperantisti che ho conosciuto. То, что я говорю, это не только у меня такие результаты, а для большей части людей, которые знакомы с эсперанто, которые его изучали. Allora, perché l'esperanto aiuta e ispira a imparare altre lingue? Почему же эсперанто помогает и вдохновляет людей на изучение других языков? Rapidamente, perché è facile, logico, propedeutico, creativo, neutrale per i viaggi e per la filosofia
che c'è dietro. Кратко скажу, потому что он очень легкий, логичный, является мостом к другим языкам, очень творческий, креативный, нейтральный, подходит для путешествий, философия. Cos'è? La filosofia del che c'è dietro. Filosofia самого языка, что внутри него содержится. Allora, innanzitutto l'esperanto da un punto di vista psicologico abbatte molto la barriera della paura di parlare. Во-первых, язык эсперанто с точки зрения психологии очень способствует преодолению барьера, преодолению страха говорить на иностранном языке. Perché? Perché è una lingua al tempo stesso molto logica, ma molto creativa. Потому что это язык одновременно и очень логичный, и очень креативный, творческий. Quindi, se io in parliamo adesso del fatto che è logico, se io ho studiato una regola in inglese o in russo, provo ad applicarla, molto spesso quella regola ha un'eccezione. E quindi io provo a dire qualcosa e però poi la gente attorno a me ride perché è sbagliato. Сначала я скажу о логической стороне. Когда изучал другие языки, например, русский или английский, изучаю какое-то правило, очень часто, когда я его пытаюсь применить, я его говорю, но оказывается, что существует исключение на это правило. И когда я что-то говорю, люди смеются мне в ответ, потому что я неправильно это сказал. Allora, magari per me che sono un appassionato di lingue, sono una persona abbastanza sociale, socievole, aperto, non è un problema enorme, però conosco tante persone che invece sono più timide e hanno paura di sbagliare, anche se magari le altre persone ridono in buona fede, simpaticamente, però loro ci restano male. Конечно, для меня, человека, который увлекается иностранными языками, часто их использует, говорит, если я что-то сказала неправильно и смеются, для меня это не большая проблема. То есть у меня ничего такого плохого, да, не происходит. Но есть люди, которые очень такие стеснительные, очень боятся ошибиться, и для них это действительно является большой проблемой. Даже если люди над ними смеются по-доброму, но для них это все равно очень обижает и отбивает всякую охоту дальше говорить. Invece in esperanto, se io ho imparato la regola vale sempre. Но в эсперанто же, если я изучаю какое-то правило, то оно действует всегда, без исключений. E spesso, se non sappiamo una parola, possiamo costruirla dalle radici che abbiamo imparato. E очень часто, если мы не знаем какое-то слово, мы можем его создать сами из тех корней, которые мы знаем. Questo vale non solo per parole semplici, per esempio buona, malbona. Это действует не только для простых слов, например, плохой, хороший. Ma anche per quindi buona, malbona, mal indica il contrario e posso sempre fare il contrario utilizzando il mal. Да, если не знаете эсперанто, buona – хороший, mal – это приставка отрицательная, негативная. То есть malbona – это плохой, получается. Ma questo vale anche in parole che magari non abbiamo neanche nella nostra lingua madre, che non sapremo come esprimere addirittura neanche nella nostra lingua madre. Но это также правило и действует для тех слов, которых даже нет в нашем родном языке. Например, мы не знаем даже, как выразить какое-то понятие, слово на своем языке. E qui veniamo alla creatività. И вот здесь мы подходим к креативности. Per esempio, vi cito alcuni esempi di parole o di frasi, insomma, interessanti. Например, я вам сейчас приведу несколько интересных слов. Mi hanno raccontato di c'era una riunione di esperantisti e c'era un giovane che voleva portare, diciamo, un'innovazione, una ventata di freschezza. На одном собрании эсперантистов был молодой человек, который хотел внести что-то такое новое, какой-то ветерок свежести. E disse, abbiamo bisogno non di professori accademici importanti, ma magari un po' rigidi, abbiamo bisogno di un sencravatulo. Нам не нужны какие-то профессоры, преподаватели, такие важные и строгие, но нам нужны сенкраватуло. Per adesso non ho tradotto. Сенкраватуло, ul vuol dire persona, o è sostantivo, indica il sostantivo, cravatta è la cravatta,
e sen vuol dire senza. Кроват это корень галстук, ул это значит, что это человек, то есть кровату, да, человек в галстуке, о окончание показывает, что это существительное, и сен это значит без. То есть получается человек без галстука. Quindi in russo come sarebbe? Non so. Non esiste. На русском вот, да? Контраст, что это ученые, это профессора, вот такие, да, строгие. А это наоборот, такой человек, который не носит галстук обычно. У нас, ну, не знаю, если кто-то сможет одним словом выразить. In italiano non esiste. В итальянском не существует такого слова. Quando ho parlato di questo esempio, anche con esperantisti di altre lingue, nessuno ha trovato una traduzione. Да, и когда мы говорили об этом слове с эсперантистами, которые были из разных стран, никто из них в своем языке не нашел такого слова. Nella loro lingua. Да. Vediamo il tempo. Oppure un'altra parola interessante, ex scribemis. Еще одно интересное слово excribemis. Ec cominciare. Ec означает начинать, начало. M avere voglia di. M это значит иметь желание, хотеть. Is il passato. Это is это прошлое время прошедшее. Scribe scrivere. Scribe это писать. E quindi vuol dire era un amico che mi stava raccontando diciamo che aveva cominciato, mi sta raccontando di come si era messo insieme con una ragazza. У меня был друг, который начал рассказывать, как он начал встречаться с девушкой, познакомился. E entrambi esperantisti erano lontani, si sono conosciuti in un festival. Да, оба эсперантиста были далеко друг от друга. Durante il festival non è successo niente, dopo il festival sono rimasti in contatto. Во время фестиваля ничего не произошло, но после фестиваля они стали поддерживать связь, контакт. E a un certo punto hanno cominciato ad avere voglia di scriversi. И в определенный момент у них появилось желание писать друг другу. E questo per l'esperanto si può dire in una sola parola. Да, и вот одним словом можно выразить, да, у меня появилось желание писать. Вот так вот. E concludo questa ultima parte. Я закончу эту последнюю часть. Con appunto il fatto che l'esperanto è propedeutico. Ci sono molti studi al riguardo. Той идеей, что эсперанто является мостом, языком к изучению других языков. Il più famoso, uno dei tanti, è dell'Università di Paderborn in Germania, gli anni 70-80. Есть некоторые исследования на эту тему, самое важное из них вот это, Университета Paderborn в Германии. E un gruppo A ha fatto 6 anni di inglese, un gruppo B ha fatto 2 anni di esperanto e 4 di inglese, il gruppo B non solo parlava esperanto alla fine, ma parlava inglese meglio. Группа А, студенты изучали английский язык в течение 6 лет, в группе Б 2 года изучали эсперанто и 4 года английский язык. И в конце в группе Б говорили не только на эсперанто, но и на английском говорили лучше, чем в первой группе. E questo è stato visto in molti rispetto a molte lingue. И это исследование, да, проводили в отношении не только английского, а многих других языков. E al riguardo vi consiglio questa conferenza TED di Tim Morley. Я вам советую посмотреть видео с конференции TED, где выступал Тим Молли. Che parla appunto di questo Springboard Languages, che è una società inglese che offre corsi di varie lingue. E qualunque lingua voi scegliate, prima vi fanno un corso di, credo, 15 ore, di poche ore, diciamo, di esperanto, e poi vi fanno il corso di lingua, proprio perché aiuta. Он говорит о Springboard, это ассоциация в Англии, они преподают различные языки, и неважно, какой язык вы хотите изучать, вначале идет введение 15-20 часов на эсперанто, и потом уже только другой язык. E infine i viaggi, appunto c'è il couchsurfing esperanto che si chiama Passporta Servo. Также существует couchsurfing на эсперанто, который называется, come si chiama? Passporta Servo. Passporta Servo. Che esiste da prima del couchsurfing, dagli anni 70. Да, он с 70-х годов уже существует. E ci sono grandi viaggiatori nel mondo esperantista. И среди эсперантов существуют по-настоящему великие путешественники. Ad esempio, questo ha fatto il viaggio a piedi, tramite esperantisti, Например, вот этот человек совершил путешествие пешком, вот, используя язык эсперанто и общаясь с эсперантистами. Lui invece l'ha fatto in bici.
da Basilea in Australia. Этот человек на велосипеде проехал. Sempre con tappe, con diciamo andando a visitare amici esperantisti lungo il percorso. Посещая друзей эсперантистов по всему миру на протяжении всего этапа пути. E questa è una famiglia di 5 persone, padre, madre, 3 figli, che hanno fatto invece in camper. А это семья из 5 человек, папа, мама и трое детей, которые путешествовали на фургоне. E quindi questo diciamo che racchiude un po', questa è l'ultima diapositiva, racchiude un po' la filosofia. Да, и закончу, да, последний файл, много философии. Appunto è una lingua neutra, no. E in quanto lingua neutra porta con sé una filosofia di multilinguismo. Это нейтральный язык, но он несет в себе философию многоязычности. Per cui se andate magari a un incontro internazionale in cui si parla magari russo oppure inglese, ovviamente la lingua veicolare porta con sé la cultura di quella lingua. Если вы приезжаете на какой-то конгресс, где говорят на английском или на русском, то каждый язык, который используется, он несет с собой свою культуру. E quindi si resta più o meno a parlare magari di film di quella lingua, di letteratura di quella lingua, e così musica, eccetera, eccetera, rispetto a quel ambiente culturale. Si continua a parlare di film che sono usciti in quella lingua, di musica in quella lingua. Nel congresso, sì? Sì, sì. E потом вы продолжаете говорить именно о том, что на этом языке, да? Если вы использовали русский, то вы продолжаете говорить о фильмах, о музыке на русском языке, которые вышли именно на этом. Invece, se andate a un congresso esperantista, non parlerete soltanto di letteratura in esperanto, di musica in esperanto, ma vedrete che troverete magari un argentino appassionato di musica mongola oppure un thailandese appassionato di film messicani. Но если вы поедете на конгресс эсперантистов, то вы уже после окончания конгресса не будете общаться друг с другом, говорить только о литературе на эсперанто, о музыке на эсперанто. Вы можете найти любого человека с любой страны, например, аргентинца, который увлекается монгольской музыкой, или, помню, корейца, который любит что-то с другой страны. E quindi in questo senso il mondo esperantista ispira molto l'apprendimento di altre lingue. Таким образом, изучение эсперанто очень сильно вдохновляет на изучение и других языков. Questi sono due siti, se volete segnarveli. Да, если вы хотите изучать, записаться, это два сайта, где можно изучать эсперанто. E con questo vi ringrazio. И этим я вас благодарю. Entonces, ahora si hay preguntas, да, más preguntas. Почему эсперанто не завоевал мир? Почему эсперанто? Ma questa è una domanda che sento spesso. E io rispondo con un'altra domanda. Это вопрос, который я часто слышу, и я отвечаю на него другим вопросом. Per me è come dire sì, ma che giochi a fare a dama? Perché tanto ormai il gioco più tra i giochi di strategia, il gioco più noto sono gli scacchi. На это я отвечаю, ну кто еще играет в шахшки, да? Потому что игра, которая самая первая, да, в стратегии с точки зрения, да, это шахматы. Ovviamente la domanda non ha molto senso. L'obiettivo della dama non è quello di essere il gioco più giocato. Per quanto mi riguarda, sicuramente ci sono alcuni esperantisti che vorrebbero portarlo come seconda lingua mondiale, ma non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è andare a un festival e entrare in un mondo multilingue. С моей точки зрения, этот вопрос не имеет смысла, потому что, например, цель шашек не стать самой популярной игрой, завоевать всех. Также и цель эсперанто – это не стать самым главным языком. Конечно, есть эсперантисты, которые этого хотят и стараются, но с моей точки зрения, это просто поехать на фестиваль и войти вот в этот мир эсперанто. Sulla risposta del perché, perché l'esperanto non è
più diffuso di quanto non lo sia? Beh, innanzitutto con Duolingo ha preso un milione di, diciamo, abbiamo un milione di nuovi parlanti in poco più di un anno. Quindi con internet sta crescendo molto. Да, что касается, да, почему он еще не стал, да, еще могу сказать, что, например, в Duolingo за последнее время миллион новых подписчиков, да, людей, которые уже овладевают эсперанто. То есть он сейчас очень сильно распространяется. E non ho finito. E ma la vera risposta alla sua domanda è che la ragione è una ragione banalmente economica. L'inglese oggi, o diciamo anche il russo nel periodo del comunismo, o lo spagnolo anticamente, insomma, le lingue coloniali vendono. Oggi l'inglese vende non soltanto corsi di inglese, vende musica, letteratura, scienza e così via. L'esperanto non ha un obiettivo commerciale, quindi non ha un mercato. Но настоящий ответ на этот вопрос – это, конечно же, дело в экономике. Как и английский в свое время, и русский во времена коммунизма, и испанский в старые колониальные времена – это языки, которые не просто, да, служат для общения, но также и продают. Они, например, английский сейчас продает не только курсы языка, они продают и кино, и музыку. А у эсперанто никогда не было коммерческой цели, то есть эсперанто ничего не продает. Цель была не коммерческая, но она как раз заключалась в том, чтобы стать языком международного общения. Это же была цель Деменбока, ну там еще другие были авторы других языков, да? Ma all'inizio, quando è stato creato la lingua, l'obiettivo era non commercio, ma diventare la lingua più diffusa, più parlata. Questo al principio. No. L'obiettivo è essere una lingua neutra. E lo è. Avere una comunità di persone interessate a comunicare sullo stesso livello. Chi è interessato va ai festival esperantisti. На самом деле цель все-таки быть нейтральным языком, да? И она достигнута, пожалуйста, сейчас в наше время любой может войти в этот мир и общаться на равных вот на этом языке. А вот помимо упомянутого Duolingo, какие еще приложения вы сами пробовали, которые удобны и действительно соответствуют принципам? А parte Duolingo, quali applicazioni sono molto efficaci per imparare esperanto, da? Nie. No? Lingue, da? Lingue. Quale? Allora, c'è, l'ho fatto vedere prima, un'altra che si chiama iTalki. C'è applicazione al telefono. Applicazioni? No, applicazione, questa non è un'applicazione, è un sito. Applicazioni, io non, in realtà ne uso poche, quindi, c'è Anki. На самом деле я не очень много пользуюсь приложениями, но есть Anki. Conosci? Sì. Знаете, нет? Anki. Per creare delle carte. Чтобы создавать карточки со словами, с предложениями. Con le parole. Да, со словами. Anki, A-N-K-I. Forse ne conosci più di uno, lo so. No? Ci penso e ne parliamo dopo. Я подумаю об этом и попозже, может быть, да, отвечу. Ну, камен ве прилего креге плифортигис мен чамен минус комплексом, чар ви дирис ке плене эволюинта персонецо estes poligloto. Se tiu kiu ne kapablas esti poligloto, tiu verŝajne estas iu tiu grupa estaĵo kiu serĉas iun en fermita grupo kaj tiel. Do ĉu vi vere opinias ke kapablo pri la lingvoj korelacias kun fortezza della persona. Ну, в общем, вопрос в том, что действительно ли Ческо верит в то, что способность к языкам, изучение языков связано с силой внутренней, да, самоидентификации личности. Правильно? До ла... Эсперанто и вой респонде. Вабе, ин спаньол.
No exactamente. La idea es que si te gusta, si consigues encontrar la motivación para aprender lenguas, esa es la cosa importante y eso va a abrirte también un camino interior, porque al final es el contacto con los otros. Y entonces es el contrario. Si consigues y si te interesa empezar este camino, eso los estudios dicen que es muy importante para digamos fortificar su misma individualidad. Yo me recuerdo la última parte, primero, да? Если, да, на самом деле, если ты находишь в себе интерес и силы к изучению языков, к общению с этими людьми, то исследования свидетельствуют о том, что это путь, да, к тебе, к развитию, усилению собственной личности. То есть это тебе помогает в твоем развитии. Sì, non mi ricordo, non importa, faccio più scuole più breve. Voglio sottolineare una cosa che ho detto, ma magari rapidamente, che... Я хочу подчеркнуть одну вещь, которую я, может быть, сказал очень так быстро, мимоходом. La cosa essenziale, cioè, spesso si pensa, ah, io sono portato per lingue, oppure io non sono portato per lingue. Allora... Часто люди думают, либо у меня есть способность к языкам, либо у меня нет способности к языкам. Questo, diciamo, è in parte... un po' più vero magari per le materie scientifiche, per la matematica forse un po', c'è un po' più di verità, sì, diciamo la percentuale in cui questa cosa è vera è leggermente superiore per certe discipline, questo un po'. Вот это вот, да, мнение, что есть способность, нет, это может быть правдой в каком-то отношении к естественным наукам, к математике, к некоторым предметам, нужно иметь способность. Ma in tutte le discipline e ancor più nelle lingue, la cosa importante è quello che dicevo all'inizio. Но во всех абсолютно сферах, областях и прежде всего в языках самое важное это то, о чем я говорил в начале. La motivazione, gli obiettivi, la volontà. E il metodo. Мотивация, цель, желание и метод. Quindi se ti interessa provare a prendere questo cammino, prova a applicare delle tecniche. Prova a cercare altre persone con cui magari fare dei tandem e questo sia nella mia Поэтому если хочется вступить на этот путь, да, то попробуйте применять эти техники, попробуйте найти людей, которые также заинтересованы, чтобы работать с ними в тандеме. E questo sia nella mia esperienza di esperantista, sia nella mia esperienza rispetto agli studi che ho citato prima. È molto importante per lo sviluppo della propria identità. И это, учитывая мой опыт и с языком эсперанто, и с разными другими языками, это действительно очень сильно помогает в развитии своей собственной личности, самоидентификации. Скажите, вы упомянули, что на Duolingo около миллиона человек зарегистрировались на курс эсперанто. У меня вот какой вопрос. Как вам кажется, сколько из них перейдут с уровня А, А1, А2, на уровень Б? Ну, скажем так, с А2 на А1 по европейской шкале изучающих языков. Не получится ли такая ситуация, что из этого миллиона... 999 тысяч вот благополучно бросят свои занятия через, я не знаю, 24 урока. Какие у вас данные? Forse ho capito, cioè, che percentuale, cioè, che livello hanno questi milioni di studenti? Adesso c'è milione e quale percentuale può ottenere un altro livello, B1, se forse il 90% resteranno a A1 e lasciano e smettono di studiare. Così. Sì. Non ho questi dati. Non lo so, so soltanto che c'è un milione di nuovi studenti di Esperanto, però posso rispondere non su Duolingo. Именно по Duolingo у меня данных нет, я действительно не знаю, да, знаю только, что есть миллион новых пользователей зарегистрированных, но у меня есть данные по чему-то другому.
ho sentito dire, diciamo, ho qualche dato, ma insomma, che grosso modo ci sono nel mondo 1000 esperantisti madrelingua. Я слышал, да, от эсперантистов в различных сферах, что сейчас в мире насчитывается 1000 человек эсперанто-носителей как родного языка. 10.000 a livello C2. Да, 10.000 на уровне C2 владения языком. 100.000 a un livello B. 100.000 человек с уровнем B. E 2-3 milioni a livello e 2-3 milioni na более низком уровне. Non so se altri esperantisti hanno minestias chu alia esperantisto havas alia in Может быть, у других эсперантистов есть другие данные. Там чего это certe sub taxi такое. Угу. Не tradu. Да, это Proximum la mia calcoli no quinoble pli o il vi больше да по ли продукта да по данным да на самом деле больше пять раз ну la mia proprio да Как знание эсперанто помогает в изучении китайского? Quindi se aiuta a imparare il cinese? Eh? Sì, come? Allora, ci sono due risposte. Есть два ответа. La prima, allora, a livello lessicale, l'esperanto è indoeuropeo, e quindi aiuta a imparare lingue indoeuropee, ma non le altre. С точки зрения лексического состава, эсперанто основан на лексике европейских языков, поэтому помогает изучать многие европейские языки, но не азиатские. Però, da un punto di vista della struttura, но с точки зрения структуры, l'esperanto, come il cinese, ha morfologia nulla. В эсперанто, как и в китайском языке, нулевая морфология. Quindi non c'è mutamento. Le radici in esperanto non cambiano mai. Да, нет никаких вариаций, мутаций, например, корни в эсперанто никогда не изменяются. E in cinese anche ci sono delle sillabe che non cambiano mai. Да, и в китайском тоже есть логи, которые никогда не изменяются. E in esperanto, come in cinese, si possono combinare radici o sillabe, diciamo, chiamiamole radici, per creare nuove parole. И как в эсперанто, так и в китайском можно комбинировать корни, чтобы создавать новые слова. E quindi da questo punto di vista ci sono diverse somiglianze. Anche il fatto, per esempio, che in cinese c'è una particella per l'aggettivo e una per gli avverbi, per esempio. И с этой точки зрения есть много сходств. Например, тот же самый факт, что в китайском языке существует, да, частичка для прилагательного, для наречия. E anche, per esempio, il sistema numerico. Система числительных, например. Anche funziona come in esperanto, perché 354 si dice 3, 105, 10, 4. Да, и также, да, чтобы сказать 354, говорится 3 сотни, 5 десятков, 4. То есть похоже. Можно еще добавить? Forse c'era prima наиболее aggiungere. Yes, Значит, в любом случае эсперанто легче китайцам выучить, чем любой другой английский. Это понятно, да? Чинези, значит, в Китае эсперанто как фонетический язык, вспомогательный язык для изучения других языков. Эсперанто più популяре come la lingua ponte. È confermato che ci sono molti cinesi che apprendono esperanto
И в отличие от нашей прекрасной страны, в Китае эсперанто признано на государственном уровне, финансируется отлично. Там есть riconosciuto a livello statale e c'è molta finanziazione e ci sono giornali, concorsi dei film. То есть там совершенно другая ситуация. Allora, la situazione è diversa, с точки зрения поддержки государства. Dal punto di vista economico e del sostegno statale. Наверное, это не так. Мне так кажется. И сэмбра. То есть не это все, это все не случайно. И я знаю, имею счастье знать нескольких, ну, e lei dice che è felice di conoscere personalmente alcuni professori cinesi che parlano benissimo esperanto. Potete trovare la mia intervista con l'esperantista cinese durante il congresso a Seoul. Ho fatto l'intervista con una professora cinese di esperanto e si può trovare sul nostro canale. Se volete ascoltare come un cinese parla esperanto, faccio l'introduzione sincrona, sì? E non potrete sentire neanche un accento. È un livello molto alto. Grazie. Anch'io ho studiato esperanto circa 10 anni fa. Esperanto ha molti radici romani. Scusami per la domanda, non suona brutta per tanti che parlano italiano o spagnolo? Non suona? Брутто. Суона. А, суона брутто. Да, я тоже изучал эсперанто несколько лет назад, и в основном используются корни из романских языков. Не звучит ли эсперанто некрасиво для итальянцев, для испанцев по сравнению с их языком? По-португальски. Effettivamente, e sono completamente d'accordo con você. Я полностью согласен с вами. И... Os sons do Esperanto, para mim, há alguns sons que não são lindos. E для меня в Esperanto есть некоторые звуки, которые не очень красивые. Como, por exemplo, ц ou к. Например, ц или к, сочетание звуков. E é por isso que a minha língua preferida é o português do Brasil. E поэтому мой любимый язык это бразильский португальский. Друзья, есть еще вопросы к Ческо? Может быть, к нашей прекрасной переводчице? Ее зовут Анастасия. Может быть, вы что-то у нее хотите спросить? Это живой полиглот перед вами, собственно. Анастасия, вы сколько знаете языков? Ну, на самом деле, и знаю, и изучаю, да, то есть, вот прям знаю, да, это всегда тяжело сказать. Сейчас я 14-й язык начала учить, это сербский, ну, вот только в начале, да. Quanto lì? L'acqua tordicesima ho cominciato a studiare, sì. Ну, я, как бы, да. И usted? Русский есть для меня, как уверен, четырнадцатого. Четырнадцатый, тоже русский. А венгерский кто-нибудь знает? Сангрезе, но? Унгрезе? Не бесса, как магярул. Не говорю по-унгарски? Венгерский. Венгерский.